Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчук, это канал Стасянчук ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить такую игру, как Hollow Knight. Я вот на последней записи остановился. Короче, сейчас будет такая небольшая вставка. Даже не то, что вставка. Ну как назвать? Вот здесь вот я остановился. Я сейчас продолжу проходить, как я говорил, пройду того, так сказать, мини-босса. Запишу пару там неудачных каких-нибудь, наверное, моментов. Потому что я только записал, мне еще даже, ну, как записал? Я еще даже не начинал записывать, вот я начал запись. Я вот сел пробовать проходить этого чувака, как я и обещал. Сейчас будет пару неудачных моментов, потом будет удачный момент, и с этого удачного момента мы как раз с тобой продолжим. Вот, поэтому я буду записывать сейчас все подряд, пока не пройду, либо пока не сдамся. Ну, посмотрим. Ладно, тогда переходим на неудачный момент. Ugh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Да, вот так вот, наконец-то, просто наконец-то, сила. Ух ты, что это? Сейчас нам что-то расскажет? Ну-ка, почитаем. Я хотел обрести ее силу для защиты остальных. А потом увидел того рыцаря, он спал под защитой своего огромного панциря. Я пошел на это не из-за безумия, а просто так хотел. Но что в итоге, если даже силы не может спасти, то что тогда? Все, мы это сделали, я победил. Я еще в один момент телепорт использовал не туда, меня переместило вообще, знаешь, куда меня переместило, сейчас я тебе покажу. Меня переместило вот сюда, вот, у меня где-то здесь стоял телепорт, меня где-то вот в этой заднице оставил. Где-то, по-моему, даже вот в этой вот части. Нет, подожди, вру, вот здесь, вот где-то вот здесь, вот здесь, вот в этой части меня оставило. И у меня не было ни компаса, ничего. Я дошел до скамейки, не подумал поменять на компас. Пошел куда-то вот сюда. Здесь что-то, я не помню, что-то такое нашел. Эта пометка, кстати, старая. Короче, здесь где-то у нас есть то ли одна, то ли две стены. Я оставил на записи у себя. Я потом посмотрю, схожу и разрушу эти стеночки. Я их просто случайно нашел. Шел, брел. И потом как раз мне пришлось вот сюда. Вот, значит, я дошел. Потом такой хоп. Такой, думаю, что-то не то, возвращаюсь сюда обратно, вот сюда поднялся, вот сюда, короче, тут такие лабиринты были. И дошел вот до этого вокзала, и вокзала королевы, уже спокойненько себе переместился сюда, в забытый перепутье, и дальше продолжил. Ну не посмотрел, что ставить телепорт это вниз, а перемещаться вверх. Я что-то нажал вверх почему-то, я еще думал, колебался вверх, вниз, вверх. Короче, как-то так. Не знаю, какая эта серия будет длинная, не длинная. Вот, но я не готов продолжать, потому что я где-то час с лишним, наверное, его убивал. Я посчитаю все попытки, которые были мимо. Но вот, как видишь, когда начал менять тактику, стало более-менее все лучше. И вот, в конце концов, поменял тактику. Поставил себе от последнего нашего рыцаря вот такую штуку. Вот она, герб защитника. Носитель будет источать героический аромат. Это вот как раз то, что вокруг меня. Кстати, если поставить споры, то будут не споры, а будет вот этот аромат больше как бы развиваться. Песня ткача. Песня гусеничек так и оставил. Непоколебимое тело позволяет атаковать, не сдвигаясь с места. Это очень полезная вещь, всегда буду ее таскать. Колючка страдания, на удивление, после нее есть несколько секунд неуязвимости. Просто вот ты получаешь несколько секунд неуязвимости, плюс ко всему она атакует. Очень полезная вещь, очень советую. И быстрый фокус, это чтобы я мог лечиться, потому что я не успевал отхиливаться вообще никак. У меня все было плохо. И, кстати, мы, наверное, с тобой сейчас сходим к скамейке, там я сохранюсь. Вот. И у тебя будет небольшой перерыв. Ну, прервется запись. Плюс, видишь, я гвоздь обратно на маленький поменял. Все-таки я понял, что... Не, большой гвоздь это крутая вещь, но... Но мне она не подходит. Мне... Лучше мне удобнее с маленьким гвоздем, потому что большой гвоздь, он очень много ресурсов забирает. Очень много ресурсов забирает. Мне это не позволит. Не, ну может быть я его и поставлю. Сейчас посмотрим. Давай сейчас посмотрим. Потыркаем. Во-первых, вот это вот прикольная вещь. Источающий аромат. И вот это очень классное. Одну всего стоит. Всего стоит одну. Так, давай посмотрим. Вот это... Вот это в обязательном порядке. И у меня остается одна, да? А, мне нельзя, слушай. Да, у меня же вот это две штуки занимает. Ну тогда давай колючку страданий уберем. Она одну. Но будем знать, что она очень-очень классная. Очень классная. Вот. Вот это вот, конечно, метка гордости увеличивает область атаки гвоздем. Это очень классная штука, но... Но никак. Интересно еще вот эти, если совместить, они вообще совмещаются или нет.
Вот. Ну вот, как видишь, я ничего нового не нашел. Все как было, все по-старому. Вот это я так и не понял особо, как она работает. Я ее поставил, но никто не появился. Превращает мстительный дух в орду летучих и кусачих древомалышей. Не понимаю, зачем. Не знаю, может быть, в Википедии почитаю. Найду где-нибудь, поищу, потому что, ну... Я так понимаю, это нужно умереть, наверное. Ты будешь с разбитой частью, наверное, ходить, и... Но зато у тебя будут вот эти вот... Не знаю, вот эти вот кусачие тремомалыши. Орда. Вообще непонятно. Просто вот странная штука. Я не знаю. Не знаю, зачем это, не знаю для чего. Так. Ну это все так себе. Я еще вот этот пробовал. Вот это пробовал, живое ядро внутри истощает без цена. Во время отдыха носитель покрывается оболочкой из живокрови, которая берет на себя часть урона. Тоже так, и не понял, что это. Мне просто прибавилось две синие хпшки, по-моему, и все. Я так понимаю, когда садишься на скамейке, она просто восстанавливается, и все. Но это то же самое, как вот это. Она, по-моему, дает нам одну. Вот. Вот эта штука классная, но... Нельзя хилиться, то что он все твои жизни удваивает. Еще я не понял. Крепкий панцирь поможет спастись из непростой передряги. Носитель дольше остается неуязвим каждый раз, когда получает урон. Дольше. Ну, в принципе, у нас был вот этот вот. Колючки стояли, они дешевле, и они еще и контратакуют, как бы. И стоят они единичку, а это стоит две. Не знаю, может, конечно, тоже, может, я не прав, может, это тоже хорошая вещь, но мне не понравилось. Вот. Ну, короче, как-то так. В следующей серии мы с тобой, скорее всего, займемся поимкой вот для этого еще двух огней. Все-таки хочется мне его улучшить до максимума. А сколько у нас, кстати, сколько у нас этих сейчас... Получается 1236. Я посмотрю по записи, сколько надо было. Возможно, нам стоит уже сходить к этой и узнать у нее, к мотыльку, и узнать, что да как. Кстати, тухлое яйцо, как я понял, тухлое яйцо, оно... Мне об этом друг написал. Оно, короче, оживляет тебя. Ну, то есть ты умер, и чтобы не бежать за своей душой, там в Грязимуте, в церкви как раз священник стоит, ты к нему подходишь, и он за тухлое яйцо возвращает тебе твоего духа. Но это, наверное, есть совсем не из простой ситуации какой-нибудь, ты его оставляешь там, я не знаю, где вокруг шипов, и... У тебя там дофига денег, которых жалко. Вот. Это вот то, что мы съели. Мы, кстати, не читали с тобой, по-моему. Слеза измы. Фрукт, созданный из одной единственной окаменевшей слезы. Поглотив этот фрукт, жук становится невосприимчив к жгучей кислоте, встречающейся в ряде известных земель Халунеста. Вот. Короче, все сделаем, все переправим. Посмотрим, насколько будет длинная короткая серия. Не знаю... Но пока я останавливаю запись, для тебя просто прервется на несколько секунд, и все. Остановимся мы тогда вот здесь, вот так сейчас, вот так сохранюсь. Хоп. Итак, да, я все перемонтировал. Мы тогда на этом, наверное, остановим запись. Я даже не знаю, что еще сказать. Это было классно, это было здорово. Я почитал примерно, надеюсь, я не сбился, хотя мог сбиться, по-моему, примерно 27 раз. Я погиб. На 28-й раз я победил. Вот. Видео такое получилось достаточно большое, не маленькое. Я все когда перемонтировал, потом смотрел, то что... Это вот спустя где-то, наверное, день-два после всего этого я вот сейчас снимаю продолжение и понял, что как бы нужно ставить концовочку. Так что на этом мы с тобой закончим. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока.